Всем привет, с вами Рани, и сегодня я позвал 100 игроков, чтобы они сразились с огромным боссом Мистерио в Майнкрафте. А пока мы не начали, поддерживайте видео лайком, подпиской и комментарием, и тогда таких ивентов будет больше. Людей мы уже собрали, они все получили костюм супергероя и готовы драться. А драться они будут со мной, я уже в костюме Мистерио, нужно только увеличиться. Нажимаю волшебные кнопки, и вот так вот я вырастаю. Ну что, ребята, как вам мой размер? Я думаю, что можно выпускать супергероев, и вот они летят и начинают меня бить, нифига себе! Давайте я что ли поставлю щит, а то почему-то слишком много урона. Они меня сейчас убьют, что? Я умер. У нас были небольшие технические неполадки, но теперь я не умираю с одного удара. Но даже так это очень жестко. Вы посмотрите, меня просто пинают этими лазерами и молниями. Я просто ничего не могу сделать. Окей, в принципе у меня большой урон, главное просто попадать по людям. Ну и так я буду их убивать, их станет меньше, и мне будет как-то полегче. Но вот у меня есть этот чит, но он вообще ничего не защищает, хотя я его тестил, он реально работал. Но видимо людей просто настолько много, что щит не может всех захватить, потому что он не на 360, а только впереди меня защищает. И поэтому думаю, самое время использовать мою специальную способность. Я нажимаю G и кручу колесико вниз, и я уменьшаюсь. Оп, теперь я очень маленький. А как они меня видят? Я очень маленький, я даже меньше одного блока, но как они меня увидели? Блин, я такого не планировал, я думал, они не будут меня видеть, и я просто убегу от них, но что-то пошло не так. Но хотя теперь они все ко мне подходят, я могу их рукой убивать, потому что у меня от руки очень большой урон. А теперь они уже отходят, видимо, поняли, что я их рукой убиваю. У меня вообще еще есть лазеры, но я не могу их использовать, потому что они меня постоянно бьют, и из-за этого лазеры сбиваются. Я думаю, самое время использовать этот мой спелл, который должен всех подкинуть. Нифига себе, сколько я людей подкинул. Это даже, кстати, как-то страшно выглядит. Я даже знаю музыку, которая могла бы идеально подойти в этот момент. Ну и думаю, уже стоит обратно увеличиться, потому что, думаю, будет не очень честно, если я буду постоянно уменьшенный. Жаль, конечно, что щит не помогает, так бы было реально покруче. Но пока это только первая стадия босса, и примерно на половине боя он перейдет во вторую. Они опять меня в угол зажали, я ничего не могу сделать. Давайте я опять этот спелл сделаю и всех подниму. Я, кажется, еще больше людей поднял. Блин, как же это все-таки красиво выглядит. И вроде пару человек я даже убил, это очень хорошо. Я, наверное, буду все-таки держать щит, потому что хоть как-то он, наверное, помогает. Хотя это не очень заметно, но мне кажется, он что-то-то и делает. Там челы меняются просто костюмами, хотя у нас идет очень жесткая битва. Ну ладно. Видимо, нужно было еще добавлять способность телепорт, потому что они меня просто зажимают в угол, и я ничего не могу поделать. Но я могу сделать вот так. Я могу их поднять, и много кто из них умрет. Так, пошел отсюда. Вот у меня есть хорошая способность, это моя рука, потому что она у меня очень сильная. Ну и люди там потихонечку умирают. Я думаю, что время опять мне уменьшаться. Оп, у меня размер, я даже меньше одного блока, посмотрите, я в 2 пикселя ростом, они как-то меня находят, ну это просто жесть. А хотя вот давайте, вот подходите все сюда, давайте, подходите и улетайте сразу. Давайте еще раз вот это заюзаем, и вот это, найс, вот это моя любимая способность, потому что она очень сильная и очень красивая. О, все, тихо, я спрятался. Shift нажимаю, Shift. Ай, они меня все равно нашли. О, вот сюда можно. Нет, они все равно за мной идут. А, кстати, я тут их могу легко убивать. Это такая ловушечка. Уходите отсюда. Ну, окей, я вылезаю. Только я не могу вылезти. Они меня постоянно бьют. И нужно взять спелл, потому что ребята тут реально офигели. Офигеть, как же это жестко. Как же это, блин, жестко. Вы посмотрите на это, как это выглядит со стороны. Еще раз юзаю это. И сразу другой спелл. Найс. Давайте я тут уменьшусь. И буду... О, все, я тут спрячусь. Как он узнал, что я тут? Как он узнал? Как он заметил это? Привет. Нет, не бей меня. Меня тут нет, ребята. Нет. Меня тут нет. Нет, уходи, меня тут нету. Так, ну что ж, ребята, это мое новое выживание. Называется «Жизнь муравья в земле». Там вообще чел без костюма пришел. Вообще, как он сюда дошел без костюма? Я на спавне арены, я увеличиваюсь и начинаю мочить людей, которые ничего не понимают, что происходит. Они ничего реально не понимают. Ой, а почему я уменьшился? А, это я случайно, видимо, нажал. Так, окей. Но все, люди уже поняли, что я вернулся. Погнали. Вот так делаем. Видимо, нужно было еще больше урона ему ставить, потому что так я даже не сильно справляюсь. А чё ты там стоишь со стороны? Уходи. Я хочу, чтобы много людей сюда подошло и заезжать спелл. Вот. Вот это прям очень красиво даже выглядит. О, кстати, я снял шлем. Я даже этого не заметил, но они видели мое лицо, и это очень плохо. Так, что же им заюзать? Давайте будем вот это юзать. Вот. Вот так вот и надо. Так, окей. Я думаю, нужно опять сматываться.
Опять я уменьшаюсь? Получайте, получайте, получайте. Я просто не могу отсюда выбраться из-за того, что они меня постоянно в угол кидают. Оп, оп, идем в норочку. О, а, я тут яму сделал, черт. Окей, тогда нужно вылезать. О, я кучу людей вынес, это очень хорошо. И если что, те, кого я слил, они вне игры на одну минуту, но потом они могут вернуться в бой по истечению этого времени. Юзаю мою любимую способность и подбрасываю пару челов. Ну что, ребята, как вам? И пока они вот в этом поднятии, они не могут двигаться, я могу их так бить. Пуская молнии в людей по 6 урона. Не так уж и много. О, вот тех, кто в углу, я могу жестко мочить, потому что они тут застреют, а у меня очень большой урон от руки. О, пошла вторая стадия, мне дали огромную силу. И теперь все отлетают тупо с одной тычки. Я когда их бью, они как будто улетают в другую галактику, они просто пропадают. Получай, куда подошел? О, ой, снова в этом месте, кстати. Так, а ну-ка, сейчас, сейчас. Гив. Теперь я могу копаться. Так, все, друзья, до свидания, ребята. И теперь нужно выбраться в каком-то хорошем месте, где они не смогут меня сразу найти. Ой, тихо, надо тут закрыть. Вы ничего не видели? Я почти вышел. И вот. Вот они, супергерои. Они пытаются меня найти, кстати, но они... О, вон Флей. Они не могут меня найти просто. Они летают по всей карте и пытаются меня найти. Они думают, что я пропал. А может вылезти вот там? О! Эй, а кто меня тэпнул? Меня тэпнули в центр карты админы. Дурацкие админы все испортили, весь мой план. Ладно, давайте тогда получай. Минус чел. Офигеть, как же это жестко. Так, а что они тут стоят? Просто стоят и ничего не делают. Минус чел. Почему меня в угол кидает сразу? Я не хочу в угол. Так, а ты что тут летаешь? Спайдермен с попугаем. Нифига себе тут, косметизация. Оп-оп. Как они понимают, где я? Это же невозможно. Я безумно маленький. Я даже не заметил, но я слил уже очень-очень много людей. Посмотрите, сколько там людей в этой клетке, а вообще тут летают человек 10 где-то. Я всех замочил. Но они, конечно, будут возрождаться, но все равно это жестко. Вот эти вот наглые люди, которые прям вплотную ко мне подходят, вот они будут первыми умирать, потому что у меня большой урон от руки. А еще те, кто далеко стоят, они тоже офигели. Ну что, друзья, я думаю, что вам уже, наверное, это все надоело. Жесть, там чел без костюма бегает, ему, наверное, не очень приятно тут. Пошел отсюда. Блин, у меня сила закончилась, теперь они не умирают с одного удара. Ой-ой-ой, я умер. Они меня победили. Все, я умер. Я вхожу в ГМ1. Босс побежден. Все пишут ура. И все, кто сегодня были на ивенте, получат приз на сервере Hero Skywars. Да, они меня били полчаса, тут пишут. И да, они меня реально били полчаса. Видео будет минут где-то на 10. Ну, это так и происходит. Напоследок выдали всем этот костюм. И теперь тут все огромные боссы Мистерио. Ну, вообще костюм прикольный. Да, я, кстати, его сам делал. Это мой аддон к моду Фиск. Не знаю, вам его скидывать или нет. Если хотите, чтобы я его скинул, напишите в комменты. Ну и на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. И тогда таких ивентов будет больше. Всем пока!